И всем привет, дорогие друзья! Сегодня пока очень классный, крутой, эффектный фокус-карт. Ну и погнали смотреть на демонстрацию. Итак, для этого фокуса я буду использовать два короля. У меня есть колода карт, здесь все карты разные, мы можем колоду перемешать. Дать зрителю, чтобы он подснял. Допустим, перемешал ее вот так вот. И, допустим, пару раз подснял еще. Смотри, возьму колоду и, допустим, поделю на несколько каких-то стопочек. Давай, допустим, так вот. Так, поделим как-то. Смотри, мы возьмем нашу колоду, своеобразную, да? И ты ее возьмешь, подснимешь. Зритель берет и где хочет, сколько карт подснимает. Мы берем наших двух королей, одного переворачиваем, второго оставляем. Накрываем и накрываем. Далее зритель начинает перемешивать и подснимает эту колоду. Он может ее подснимать сколько он хочет раз, пока ему действительно не надоест это делать. Ну, допустим, зритель говорит, что ему уже надоело. Мы говорим, окей, смотри. На самом деле, он может ожидать просто так три карты, поснять и все. И говорит, все, бери, показывай фокус. То есть, знаете, такой типа фокус, который невозможно показать. Но смотри, на самом деле тут очень все довольно просто. Смотри, возьму колоду, так вот подсниму на две части, примерно равных. И что будем делать? Мы так будем брать по одной карте, и пока не дойдем до короля. Мы дошли до короля. Удивительно, если здесь будет лежать второй король, да? Но его здесь нет. И здесь нету. Знаешь почему? Потому что на самом деле, чтобы появился этот король, надо сделать вот так вот, потрясти здесь. Когда здесь появится король. Вот очень классный, крутой, быстрый фокус, главное, с картами. Непонятный для зрителя. Реально, если задуматься, то зритель подснимал, где хотел. То есть мы положили изначально королей в разные места. Зритель потом сам подснимал. То есть, как бы, если так задуматься, как произошел фокус, то становится непонятно, как он произошел. Итак, ребята, это был реально очень-очень классный, крутой фокус, потому что если вы задумаетесь, как он произошел и почему он произошел, этот фокус, то вы действительно не сможете понять, потому что изначально короли ложились в разные места, потом они подснимались. То есть, как это произошло, это реально непонятно будет для зрителя. Сразу сейчас берем и переходим к обучению. Итак, чтобы сделать этот фокус, вам необходимо достать любые две карты, которые вы хотите, чтобы они у вас совпали. Допустим, это будут два красных вольта. Все. Далее мы берем колоду, полностью даем ее на перемешивание зрителю. Зритель ее сам перемешивает, как он хочет. Кстати, ребят, напишите, почему почти все из вас, кто смотрит эти видео, считают, что вот это прямо самая крутая тасовочка, прям перемешка и так далее. Напишите, пожалуйста, в этом комментарии, мне реально очень интересно. Итак, что же мы делаем дальше? У нас есть два вольта, перемешанная колода карт. Все на самом деле дальше очень просто. Мы берем нашу колоду и должны поделить ее на две примерно равные стопочки. Даже не примерно, а равные стопочки. Как мы это делаем? Мы берем нашу колоду и скидываем сюда и сюда по 12 карт. Но самое важное в этом моменте, что мы не должны так вот типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ага, все, число 12 карт. Нет. Вы должны создать иллюзию того, что вы слистываете рандомное количество карт. То есть вы берете, кидаете, допустим, 3, 1, 3, 1 и 4 карты. Таким образом, вы скинули сейчас 12 карт. Да, вы должны уже скинуть в другом немножко порядке. Вы, допустим, кидаете 4, 3, 1, 1, 3. И это то же самое 12 карт. Просто немножко поменяйте порядок скидывания карт, чтобы для зрителя создалась реальная иллюзия того, что вы рандомно скинули любое количество карт. То есть, как бы, да, вы можете взять так вот 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, но это будет уже неинтересно. Ну, это не будет выглядеть как фокус рандомный, импровизационный, вот. Поэтому что вы делаете? Убираете, скидываете карты. 3, 1, 1, 3, 4, да? Сюда скидываете 4, 3, 1, 4. Все, для зрителя уже были разные группы карт, и он уже не сообразит то, что здесь одинаковое количество карт. Да, если он там какой-то у вас супер-пупер, он сможет все это дело быстренько просчитать, но тут не в этом фокус. Не в этом фокус. Далее вы просите зрителя поснять, сколько он хочет карт. То есть действительно, он может даже, допустим, взять здесь две карты поснять или три. А здесь он может поснять вообще целую кучу карт. То есть, как я и говорил ранее, карты реально уже изначально кладутся в разные места. Поэтому, ну, как бы, в этот момент уже рушится прямо все совпадение.
для зрителя. То есть он взял, здесь поснял чуть-чуть, здесь, допустим, поснял вот так вот много карт. Все. После чего вы берете вот эти 2 вольтов, или либо те карты, которые вы достали, и одну из карт переворачиваете. Допустим, вот эту. Переворачиваете ее, а это кладете лицом вверх. И после этого вот так вот это накрываете. Далее ваша задача просто стопочкой там, где у вас лежит валет вверху, либо карта та вверху, накрыть ту карту, которая лежит у вас внизу. Все. Что вы делаете дальше? Дальше вы так подвигаете колоду зрителю и просите его начинать так брать и подснимать. Его задача просто подснимать, пока он не устанет на самом деле. То есть действительно здесь нет никакого лимита подснятий. Вы ничего не измените в ходе, если вы будете брать подснимать. В принципе, вы можете даже взять колоду и перемешать ее вот такой вот фальшивой тасовочкой, чтобы создать иллюзию еще большего перемешивания. Но это уже как вы хотите. Вот, допустим, поснял он пару раз, еще пару раз поснял. Все. Допустим, на этом он сказал, хватит, давай показывай фокус. И сейчас вы должны сделать такой очень хитрый момент. Вы просто берете колоду, и чтобы вы не брали такой вот 3 карты и клали под низ, да, вы говорите ему, что, типа, ты мог взять просто такой 3 карты, да, и положить под низ и сказать, все, показывай мне фокус. То есть, как бы, это не просто вы показали ему, что он подснял колоду, сколько хотел и где хотел. Нет. Это на самом деле очень важный момент в самом фокусе. Потому что если вы не поснимете такой 3 карты, у вас фокус не получится. Серьезно. Вы берете, поснимаете 3 карты и кладете их под низ. И в этот момент вы говорите, что вот так вот, типа, смотри, ты мог навязать просто поснять 3 карты, положить под низ и сказать, все, показывай фокус, я поснял, я больше не хочу поснимать. То есть, как бы, поиграть на эмоциях зрителя, что якобы в любой ситуации у вас фокус получится. Окей, что вы делаете дальше? Так, дальше вы должны насчитать 11 карт, но опять же не вот так вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, да? А именно группами. К примеру, 3, 3, 3, это у нас 9 и 2. То есть, к примеру, вот так вот. То есть, как бы, самый легкий способ. Просто брать, насчитывать по 3 карты и потом 2. То есть, взяли, то есть, 3, 3... 3, 2. И так вот подровняли. Элементарно. 3, 3, 3, 2. Подровняли. И так вот кинули наши 3 стопочки. Далее вы объясняете зрителю, что сейчас вы будете так скидывать по одной карте, пока вы не дойдете до вольта. И если будет совпадение, это будет реально вообще супер-пупер, потому что карты ложились изначально в рандомные случайные места. Потому что карты изначально ложились в разные места, были посняты в разных местах, и совпадение нереально. И вы берете так вот по одной карте, скидываете, слистываете, пока не дойдете до перевернутого вольта. И показываете здесь, что у вас реально лежит здесь дама, то есть нет никакого совпадения. Но если вы возьмете вашего вольта, так немножко встряхнете, то у вас здесь будет лежать уже валет. То есть, как бы, ну, в принципе, фокус реально очень и очень простой, но при этом он очень-очень классный, потому что вырыл ранее эти... Потому что вольты изначально кладутся в разные места, и они подснимаются тоже рандомно в разных местах. Поэтому, по сути, да, зритель не может понять, как это произошло. Даже если вдуматься, что это математический фокус, все равно непонятно, как так получается. Ведь карты кладутся в рандомные места, в различные места. То есть, как бы, они изначально... Одна уже будет жать, допустим, пятая, а вторая там, не знаю, там, первая, четвертая. Как зритель сам подснимет. Поэтому, по сути, ну, невозможно так было бы сделать, чтобы было совпадение. Итак, ребята, просто здесь надо грамотно преподнести этот фокус, тогда он действительно будет казаться очень классным и крутым для зрителя. Просто придумайте какой-нибудь образ. Итак, в принципе, образ очень простой, классный и при этом эффектный. Здесь главное просто преподнести его очень интересно, создать какую-то историю, может, какой-то образ, и тогда этот фокус действительно очень круто зайдет зрителю, потому что если вдуматься, опять же, если задуматься, как он происходит, то непонятно. Зная секрет, ты не понимаешь, как он происходит, потому что это действительно очень круто. Это очень и очень крутой, при этом простой фокус с картами, поэтому, ребята, всем советую и рекомендую его выучить прямо сейчас, этот фокус и в любой ситуации показывать именно его. На этом, ребята, все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваше мнение в комментарии. Всем пока. И мы будем так по одной карте слистывать.
и попытаемся что-то сделать интересное. Мы дошли до короля. Уже интересно, да? Но если здесь уже второй король, то будет еще интереснее, потому что ты сам подснимал колоду, перемешивал, грубо говоря, в разных местах подснимал, и, ну, это нереально. Это нереально.